Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 30. Вопрос 4046. Сколько лет хожу в церковь постоянно, но не могу понять даже рождественские песнопения, а только «Свят» и «Дева рожает». Нельзя ли хотя бы несколько песнопений разъяснить на нашем языке? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть хорошие переводы на русском языке. Достаньте их и следите за богослужением. На вечере Рождества Христова. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Рождественскую песнь поем тебе мы ныне и службу светлую от всей души приносим. Рождением своим ты нас всех возродил и к высшему блаженству путь открыл. Прими же песнь нашу, Христос, и службы нашей не отринь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Гонителя жестокого царя египетского в волнах морских сокрыл ты в древности. Теперь же ты во яслях сам сокрыт, и умертвить тебя стремится Ирод. Но мы не с Иродом, а с волхвами, и Господу мы все поем, славно ты прославился. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Недвижимую ты землю утвердил в начале. Теперь же в яслях бедных возлежишь. Твердь, видя чудо, содрогнулась и в ужасе безмерном восклицает: «Свят, свят, свят ты, Бог наш! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Пришел ты милостиво, к нам явился». Исаия провидел свет сего явления и рано утром радостно взывал: «Вот, дева породит святое слово и радостно исполнит сердца всех. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Был взят, но не удержан в персях китовых Иона. Священным образом твоим пророк тот был. Как из чертога вышел из зверя он, и ты, Христос, родился ныне плотью, чтобы во гробе возлечь и смерть принять, но в третий день с победою воскреснуть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Нет слов поведать это чудо, изведший некогда трех отроков из печи. В убогих яслях скромно возлежит, все для того, чтобы нас спасти поющих. Избавитель наш Бог, благословен ты вовек. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! О, ужаснись, убойся, небо! Подивитесь основания всей земли, носящий в длани все, одеждами повит, носящий в длани все, в вертепе возлежит. Благословите, дети, священники, воспойте, превозносите, люди, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Не связан более Адам, свободны все вы, братья! Поражена языческая прелесть, волхвы царю Христу приносят дары. Благословите, дети, священники, воспойте, превозносите, люди. Христос, не дивися мне, о мать, младенцем видишь меня в вертепе, но прежде солнца дня рожден я от лица. Пришел же ныне я. Еще раз. Христос, не дивися мне, о мать, младенцем видишь меня в вертепе.
Но прежде солнца дня рожден я от Отца, пришел же ныне я прославить, вознести тебя, поющего с любовью человека. Богоматерь, блаженна я, родив тебя, но вот от Ирода бежишь ты, чадо, скорблю, оружием печали тяжело поражаюсь, молю тебя, взываю, спасай тебе поющих верно. Христос. О, мать моя, в Египет жребий мой бежать, но будет чудо во Египте, падут все идолы там в храмах, врагов же всех моих ждут муки. Могущ я, Вседержитель, внемлю твоей мольбе. О, Мати, всех поющих мне спасу и вознесу. Ликуй же, тварь, красуйся светло, во плоти Бог явился ныне. Неси Христу дары, вертеп и с пастырями пой чудо. Христос рождается, славьте! Христос с небес, встречайте, на земле Христос, возноситеся, пой Господу вся земля, и с весельем воспойте, люди, ибо прославился. Воскресный день, 1916 год, номер 4950, страница 380. Собрав цветы поэзии, я всех озолочу, пройдусь по краю лезвия мечтаний, сухарь у каждого, а где поколочу, найду немалое, чего вы не читали. Не просто вызволить зерно из-под завалов и снова высеять единственным зерном. Пора и для него через меня настала, тогдашнее к спасенью повернем. О чем глаголал стихотворец давний, подыскивал красивые словечки, что тужился сказать, чтобы было складно, и думал ли о славе скоротечной? Для угождающих правителям любым готова отповедь в бесчетности единой. Его слова развеялись, как дым, в надменности слащавой, горько-дымной. Но были же не... Две ошибки сделал в куплете. Давайте еще раз. Для угождающих правителям любым готова отповедь в бесчестности единой. Его слова развеялись, как дым, в надменности слащавой, горько-дымной. Но были же некрасовы, пусть редко, о рабстве пели, горем записали, склоняли хрен, а он не слаще редьки, болели за больных, такие все в отвале. Ищу слова о Боге и Писанье, как звали к небу, здешнее презрев, бессмертие народное спасали, с молитвой луч встречали на заре. Из этих выборочно крохи подбирал, украшивал библейскими стихами, спешил, старался довершить аврал. С таким поэтом мы вдвоем пахали. Венок из тысячи отдельных лепестков, благослови благоуханьем Божиим. И незасушенный среди сухих песков, ожившим автором на их голову возложен. А если бы при жизни возродились поэты те, кого упомянул,
У них в словах тогда возникнут крылья, да не поставят ревность ту в вину. 10 апреля 2008 год. Игнатий Лапкин.